Самый. Ё-моё, ты чё? Ой, Сирен, прости, я думал, ты меня зовёшь. Нет, я тебя не звал. Ладно, тогда я пошёл. Давай. Страшное видео, да, мой господа, досмотрите до самого конца, попробуйте сегодня не укакаться. Есть целый плейлист, я знаю, вы любители подобных штучек. А вот, счастливые ребята, которые не побоялись и поставили лайк за 3 секунды. И к ним никто ночью не прошел, никакой страшный голос их не беспокоил. Давай быстрее, ставь быстрее. Через время. Красавец, так же на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего больше не пропускать, рекомендую взять сегодня пледик, чтобы быть максимально защищенным. Поехали. Начинается у нас все в какой-то комнате, темной комнате, горит всего лишь одна лампочка, да. Стоит на самом деле насторожиться, потому что все самое страшное происходит именно ночью, именно в 2-3 часа ночи. И какая-то молодая девушка в это время играет на телефоне, да. Вы тоже ночью не спите, играете и сидите в телефоне? Увлекательно, да? И она даже не может себе представить, и я не могу представить себе, что может вообще сейчас произойти. Да, казалось бы, она просто играет... А назад вы когда-нибудь поворачивались, когда вы играете ночью? Она играет на Nintendo. Опачки! По-моему, там дым был, ребят. Я начинаю много говорить... Чтобы мне было меньше страшно. Я слышу, что там кто-то хлопает дверьми. Ёлки-палки, мне показалось, что сзади у меня... Кто-то трогает меня сзади. Нет, все нормально, это волос зацепился. А свет включить не судьба. Вот проблема всех старшилов в том, то, что... Герои... Не могут включить свет. И продолжают играть. Она в игре открыла шкаф, и он в реальности открылся. То есть, игрой на Nintendo она управляет вещами в доме. Потрясающе. Наверное, каждый хотел это. А, это ее комната виртуальная, так сказать. Ха, прикольно, да? Прикольно! Прикольно. С ума сойти. Это точно. Везде свет выключила. Как забавно, как смешно, как за... Все так прикольненько, все так клёсненько. Опачки. Не смотри. Не смотри туда. Ребят, кто-то в дверь идет, у меня уже мурашками, пошли мурашками, покрылся уже. Не, а нельзя кинуть игру, и легла спать, она легла спать, во время того, что кто-то там шебуршит, дверьми хлопает, ходит и включает свет, просто так, все халясю, можно спать, все халясю у нас. Все хорошо, все в порядочке. Опачки. А ее это не напрягает, я смотрю. Все хорошо. Ребят, никогда не играйте ночью. Это очень сказывается на психике. И, возможно, вы кого-нибудь ночью увидите в темноте. Да. Это точно. Вот как эта девочка. Вот переиграла вот в какую-то игру. И ей кажется, как будто свет выключается. Ночью. Не может оторваться от своего телефона. Опачки. Я вот тоже... Точнее, я один жду, пока кто-то там вылезет. По-моему, сейчас вылезает. А дверь сама открывается. Как же сердце колотится-то, а? И сидит. Да включи ты свет, позови мамку с папкой.
шкатулу. Кто-то ползет к ней! Кто-то ползет к ней! Кто-то ползет к ней! Сейчас это там вылезет стопудово. Ё-моё, там кто-то идет! Там кто-то идет! И сидит в телефоне! Ты чё? Ты чё, сумасшедший? Ребят, посмотрите! Вы тоже это видите? Не смотрю. Если но... Нет, нажимай нет! Оп, а чё дальше-то? А чё дальше-то? Чё она, а чё она откинулась-то в стену и всё исчезло? Не, на этом не всё. На этом не всё, стопрот... Кекаться можно на самом деле. Лайк, если укекался. Дальше у нас все начинается во время какой-то поездки по лесу. Дамочка куда-то ночью едет на своем автомобиле. Видимо, пытается не уснуть, включает радио. Точнее, чтобы не уснуть, включает радио. Да. По ее лицу можно сказать, что она очень сильно устала. Водить этот автомобиль куда-то действительно едет. Опа. Пол телефона разбито, да, экран батареи разряжена, все разряжено. Ай. Опа! О! Машина с открытой дверью. А! Она что, врезалась? Ёлки-палки, укекаешься тут. Или заглохла машина, не понял. Она во что-то врезалась? Чё так дёрнуло-то? Я не понял. Она врезалась или как? Я не понял. Или она так резко остановилась? Ладно, она подошла к автомобилю. Опачки. Кто-то разлил краску, если вы понимаете, о чем я. Кто-то пытался покрасить номерной знак, чтобы его не смогли найти полицейские. Ну, а что тут? Hello? Hello? Эй, кто-нибудь есть? Ха! Не, ну, очень странная логика на самом деле. Эта героиня теперь пытается по темному лесу гулять. Не, чтобы вызвать 911, 112, 113, 101, что хочешь вызывай. Она идет сама куда кого-то смотреть и искать. Не, ну, просто черепашка-ниндзя. Или там Человек-паук, супергерой местный. Да, потрясающе. У нее сверхспособности вообще, еще вглубь леса идет, вообще замечательно, супер. Ёлки-палки. Прошлая героиня не могла оторваться от телефона, а эта не может оторваться от вида этого леса. Ё-моё.
Не, очень странно. Нет, чтобы свалить уже. Не, ну позвонила бы сразу в экстренную службу. Зачем саму идти кого-то искать? Я не понимаю. Я не понимаю. Опачки. Опачки. Здравствуйте. Все халясь. Она даже не думает, что это может быть за маниловка какая-то. Какой-то фонарик. Классно, супер. Балдеж, ребят, балдеж. Согласитесь, не страшно. Вообще не страшно. Все халясь. Вообще не страшно, ребят. Кого она ищет, я не понимаю. Уже забыли, да? Крышка. Эй, иди сюда. Не, ну так прикольно звучит, знаешь. Иди сюда, знаете, в темном лесу. Где-то час ночи, да, там 2 часа ночи. Но в лесу максимально темно. Ребят, советую чуть подальше отдалиться и приблизиться к пледику, потому что здесь ничего можно ожидать. Она не схватила. А теперь не знаешь, куда бежать. Потому что паника началась. А где дорога? А не знаю. А не, выбежала все. Она села не в свою машину. Потрясающе. Супер. А где ее машина, кстати? Действительно, успокоилась. Будет повторяться вновь и вновь. Люди будут останавливаться, обращая внимание на этот автомобиль. А это на самом деле замануха. Кекоты на самом деле лайк, если немножко испугались. Хотя чего испугались-то? Говорите сразу. Обосрался! Есть целый плейлист, если не боитесь. Рассказывайте друзьям, подписывайтесь также на канал. Если это успели, чтобы ничего больше не пропускать, жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. И посмотрите вот эти видосы. Это специально для вас. Это еще одно страшное видео, которое я для вас выберу. Тыкайте, если не боитесь. А с вами, как всегда, я. Ради здоровья, там счастья, успехов, всего самого наилучшего. Берите обязательно себя и своих близких, будьте счастливы и будьте, конечно же, здоровы. Увидимся уже в новых видео. Пока.